Ей-ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, крошка-крошка, повел злой Арекс. Карта у нас FNAF 3, новенькая с воркшопа, пацанчики, поздравайтесь. Всем привет. Всем привет. Карта всего есть 2 мегабайта. А это законно? Это незаконно, но можно. Красава. Ах ты, сзади появился. Да. Вы разозли моего брата. Блин. Я тебя видел. Я чуть-чуть норочком резал. А вам слышно вот этот звук ходьбы очень громкий? Да. Почти. Слышь, ты меня чуть 40 хп отнял. Если бы я не успел повернуться, я тебя вижу через текстурки, вот ты бежишь. А это незаконно. А как незаконно? Ты немножко сливаешь... Ой, ты маленький стал. Да блин, это как-то странно, что я когда умираю, таким телепиздриком манюсеньким становлюсь. Так. Вот и пропал. О, это бесшумный. Вы слышите? Да. А я иду к пацанчикам. А я калитку закрыл. Я слышу, кстати, я за дверью прям вот... Ага, вентиляция здесь есть? Нет. Анимация прикольная, я стою так и ногой делаю. Ну что, пора вас наказывать. Слышишь, ты ничего, опять убить решил? А чё ты теперь рядом встал? А ты меня что, хочешь со спины убить? Он со спины убивает. Так подожди, а где ты? Вот я тебя вижу тебя. Да почему? Вас двое, трое. Хорошо. Нет, нас двое. Да я видел, там третий челепиздрик ходил. Я буду вашу тактику, пацаны, я буду вашу тактику использовать. Какую? Невидимым быть? Ну да. Думаешь, тебя тоже... Ребята, как всегда, в этом ролике у нас разыгрывается Гаррис мод. Что надо сделать? Коммент, лайк и подписка, и вы участвуете в розыгрыше. А победителя вы сейчас видите на экране. Поздравляю тебя, напиши мне ВКонтакте. Ты выиграл Гаррис мод. Тоже видим, фонариком. Так, Павел Злой улетел. Ты улетел. Этот челопиздрик улетел. Пацаны, вам надо другую тактику делать, потому что я приспособился уже. Хорошо. Тут какие-то коробки, я их могу хавать аниматрониками. Это очень странно. Может, они что-то мне дают? Но жизни не пополняют. Короче, крошка, я буду брать... Молодец, Павел Злой красава. Я его чуть бы не убил, он маску одел. Вот ты молодец. Слышишь, сейчас возьму... А, вот так значит, да? Да. Я разозлился очень сильно. Не знаешь, надо. Кого я сейчас возьму? Давайте, ребята, возьмем у нас FNAF 3. Ой. Не надо. Анимация крутая. Слышите? Нет. Тебя слышу. А вот он. Теперь вас только будет маска спасать, других вариантов нету, пацаны. Хорошо. Я приближаюсь к вашему офису, хочу его рассмотреть. Ну. О. Так, а сюда зайти это? Нельзя. Карта весит 2 мегабайта. Но она большая. Мне маска плохо видно. Кого? В смысле, Димас, я в маске был. Да, ты в маске был? Я тоже. Я не видел у тебя маску на лице, ты обманщик. Че-то была, Димас, не обманывай. Хорошо, хорошо, я иду. Я слышу звук, иду обследовать, что вы там шумите? А в маске ничего не знаю, все. Ой, блин, у меня аниматроник бьется со спины тоже. Получается, он спалился, буду убивать всех, значит, все должны маску одевать. Нет, не заходи. А че, я хочу... О, давай попробуем потолкать двери. Вы на какую мощность поставили толкатели? Ну, около последней. Ага, сейчас, подождите, есть аниматроник, который может сильно толкать. Кто это? А я не знаю. Смотри, как это она сейчас тихо вылезет. Я вылажу, смотри, со стены как будто. Ребята, ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день. И веселимся как можем. Так, это в душ как будто включили. Это фантом. Пацаны, а у вас там этот, за ящиками нет вентиляции? Я специально не возрождаюсь, потому что я не смогу нажать на вот. Ой. Воу, так она умеет из-под земли вылазить? Ха-ха-ха, крутая чика. Почему я раньше никогда не использовал?
Так, мы сейчас пока поисследуем. Да, вот на этой карте нет ни одной вентиляции. Очень бы не хватало бы, конечно. Ну? Эй, я застрял. Чилинь, подожди, подожди. Ты меня сейчас убьешь, я не хочу. Ого, сколько у меня тут кровища растеклось. Чуть-чуть. Чилинь. Да блин, а чё у меня так жизни, что ли, мало? Нет, это нож. Он может убить. Я тебя ножом убью. А, вот а, так, значит. Ты не убиваешь, ты скример просто даешь. Ну да, ты слышишь, что ты такое дыхание учащенное? Это фантом. А вот один из этого всего пака, вот, вот этот он убивает всех. Я тебя убью. Я тебя вижу, ты тут бегаешь в режиме маньяка. Так. Успел выйти, как уже завалился. Слышь? Я слышу. Ну как ты со стены убиваешь? Так потому что это такой пак очень крутой. Со стены. Я говорю, маску одевайте, а вы маску... Хорошо. Ой, здесь туалет весь в крови. А тут туалеты есть? Да, здесь кому-то плохо было. Я по стенам могу лазить, по потолкам, я сейчас им сделаю облаву. А уйди отсюда, щенок. Ого. Вот это жестко, пацаны. Это самый крутой аниматроник пока в этой серии, что я брал. А где тут туалет, вы говорили? Чуть не вижу. В конце сам. Я не умею этим ножиком пользоваться. Да, не умеешь пользоваться, не берись. Пропустил туалет. Слышь? Знаете, кто почти умер. Эта дверь удаляется? Давайте проверим, что там за дверью. А, там черное очко. Во, я вижу. Нифига себе, кто-то в туалет сходил кровавым поносом. Так, все. Это я тут живу. Отвалить, это мой домик. Слышишь ты? Кройте. Я его пригвоздить пытался. А, закрой двери. Это подарок, это не дарок. Говорю, закрой двери. Ты мне в сквозняк делаешь. Я здесь открываю, греюсь. Открываю Новый год. О, Паша, я слышу, я слышу. Взял. Вот интересно, как вы так делаете, чтобы меня захватить или убить? У меня есть идея. Давай, мочи. Она пошла. Да, самоубийство. У тебя есть идея, как убить самого себя. Так, следующая идея. Иду, сейчас. Давай. Давай, здравствуй, я в маске. А, ты в маске был, да? Я увидел щелочку, вроде просто ты без маски был. Хорошо, буду внимательно теперь смотреть. А то мне, знаешь, крошка, давай, ты будешь маски, ты откроешь дверь, а потом я зайду, так, это, пригвожу. Я взял маску, взял маску. Я сяду тебе на голову, попусти меня первый, Марок. Куда? Подожди. Блин, я никогда так еще не делал, чтобы на потолок залезть и сидеть. Привет, я в маске. Я не вижу у тебя маску. Пригвоздил. Я тебя обманул. Да блин, так нечестно! Мы так не договаривались. Где я живу? Блин, зато аниматроника миллион лет не играл. Есть. А, я вижу, и не могу, да, поиграть? И не даете мне. А я иду, иду по Питериев на в три. Пацанчиков мочить. Я не могу быстро ходить. Бегай. А я не могу им убивать. А, могу. Во, это жесткий на самом деле аниматроник. У него два режима. Я думаю, то что он такой медленный, немощный. Почти убил тебя. Нет. А, ну да, если бы ты ножичком бы чикнул, ты бы меня замочил бы. Меня наоборот. Ой, я могу звуки сдавать. Блин, режим, переключайся. Блин, я просто проверил, ты меня убил. Воспользовался моей слабостью. А что это за говно? Почему я замороженный? Мой труп выпал. Получается, мой труп выпал с аниматроника? Замороженный? Я могу зато убивать вас. Это баг игры, мне кажется. А что мне делать так? Я тебя спасу сейчас. Как? Если я тебя буду убивать постоянно? Нет, нельзя. Сейчас гвозди пропадут, и я смогу. Так. Кто следующий? Разморозь меня, пожалуйста. Окей, нет. Я сейчас разморожу, подожди. Давай. Я не буду убивать, я сразу добрым стану. Теперь можно размораживать. Подожди. Вы издеваетесь надо мной просто. Да нет, давай. А, жизни не тратится, когда заморожены. А, вот так, значит. Ну, хорошо. Хитро сделали, один заморозил, тот убил.
Кто у нас еще тут есть? О, шкатулка. Блин, у меня гвозди это до сих пор с того этого битвы. Сейчас они пропадут. То я лечу куда-то как суперменша. Ты, кстати, тоже прикуп. О, все, гвозди у меня тоже. Чё я завис так странно очень? А, я на вылетаю. А чё ты сидишь за бочкой? Это я должен сидеть за бочкой и ждать тебя. Кемперишь меня, да? А где эта бочка? Умри, умри. Просто нет, убийца, ты видел? За кого я играю? Это ж марионетка, она ж самая психованная. Да я по звуку уже определил. Чё? Она. Я взял РПГ. Не, это не сработает. А давай что-нибудь, РПГ. Давай что-нибудь помощнее, чем РПГ, потому что у меня 10 тысяч жизней на щенок вонючий. На тебе тоже. Буду вас мочить. Никто здесь не пройдет. Блин, да как ты успел? Ты что, труп облетел и успел курок нажать? Рефлекс трупейшена? Блин, это невозможно. Все, сейчас ты умрешь точно. Нет, 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 я должен быстро свалить отсюда. На край карты. Здесь нету выхода. Как щенка просто сжег. Все, давайте, пацаны, я пошел. Мне надо кое-куда сходить. Куда ты? А мне... А я живой. А да как? У меня почти 10 тысяч жизней. Так это невозможно. Это возможно. Она что, она просрала? Это фальшивка, тебе подсунули недорабочие. Я думал, она жохнет сильнее. А это тоже, я от этого тоже не умру. Умрешь. Нет. Смотри. Ну смотри, смотри, смотри. Я ж ничего не буду говорить. Я просто улетаю на край карты. Ой, все равно я умер. У меня 1 миллион жизней, я не умираю. Я тоже, я живучий. Томаты. Ага, не хотите, да? Во! Я уже убила. А это взорвалась моя бомба, да, та баночка? Во, наконец-то. Где поставил? Нифига себе. Да-да-да. Это баночка-то, помните, мощнецкая. Как содовая. Давайте проверим, тут это уничтожились все пропы или нет? Здесь все банки пропали. О, вот так я и хотел. Зачистка карты произведена успешно. И гитру, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте в ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока! Delicious.